Друзья мои, четвертый день моего мотопутешествия, 10 июня. Вот, мы добрались до города Лепай. Мы здесь проведем целых 2 дня. Очень много информации, очень много я вам хочу рассказать, снять видео. Но начинаем мы не с этого города, мы отправимся от Лепай в сторону Литвы. 12 километров, там есть такой... курортное местечко называется Бернаты. И вот 22 года назад я приехал в Лепаю, и в Бернатах у нас были первые спортивные соревнования. Поэтому едем сначала в Бернаты, смотрим. Я хочу найти это место, где мы жили в палатках, где у нас проходили соревнования. А потом уже вернемся и займемся осмотром этого чудесного, богатого историей города. Ну что, вперед! Местечко называется Бернаты. Это геодезический знак, который символизирует самую западную точку Латвии на берегу Балтийского моря. На карте я ставлю, покажу вам, где мы находимся. А сейчас поедем по лесной дорожке, доедем до одного памятного места.
сейчас находимся, сейчас я вам покажу. Вот, ночевал я в Лиепае, и мы находимся, вот, Дернату Дабас Паркс. Это самая западная точка Латвии, на берегу Балтийского моря. Видите, вот здесь мы находимся. Вот, смотрели все фильм «Долгая дорога в дюнах»? Сейчас я вам дюны покажу, как они выглядят. Вот так они выглядят. Песочек перемещается. Вот это наше мелкое, холодное Балтийское море. Сейчас вода еще не нагрелась, в июле будет нормально. Ну, хотя купаются уже люди. Два года назад эта информативная табличка еще не была занесена песком. То есть дюны передвигаются под воздействием ветра. Море подмывает берег, и сосны падают, и никто их не убирает, так все это и остается. Вот очень, очень популярны прогулки вдоль моря. Некоторые ищут янтарь, кстати, его здесь можно найти после штормов. Вот. А я приехал на это место, я уже вам рассказывал почему. Потому что 22 года назад, когда я был еще молодым, мы вместе с нашей командой приехали сюда на спортивные соревнования. И тут мы 3 дня провели, 3 фантастических дня. Вот видите, слева море, посередине дюна, которая защищает от ветра. А справа вон полянка. На этой полянке были наши палатки. Вот. Мы часто бегали в море купаться, загорать. У нас тогда не было ни машин, ни мотоциклов, ни айфонов. Но мы были счастливее гораздо, я вам скажу. Не знаю, с чем это связано. Но я сейчас тоже почувствовал кусочек счастья такого, знаете. Прикоснулся к своему прошлому, к молодости. Вот, и... Если во времени я переместиться уже не могу, 22 года назад, то в пространстве Honda меня перемещает, и мы сюда приехали. Я доволен. Прохладный ветер. Так. Уже кто-то загорает. Ну вот. Я вернулся в это место 22 года назад. Мы здесь были. Ну и практически ничего не изменилось. Ладно, поброжу, предамся воспоминаниям.